filma, né?
Здесь можем было припарковаться. Ладно, пару сотен метров прошли тут недалеко, где мостик поворот. Да, дорога грязная. Машина испачкалась нормально. Кто-то коротким путем, что ли, тут забирался. Какие-то следы. Ну, тоже паус открыл, да? Чтобы ее не потерять. Что-то искал, видимо, здесь. И не закапывать ее в снег. Ну, подъем. Ну, тут, я не знаю, метров 200, может, подъем будет. Да, тут забежать не будут. На задницах, похоже, скатываются. Вот зачем сумку взяла? Может, мы ее спрячем, где эту сумку? Давай здесь оставим сумку. Нет. Спрячем ее. Потом заберем. Давай. А мы потом спрячем. Градусов 45-50 уклон, наверное. Здесь стоим. Да, стоим на месте. У нас тут кайфы. Лаклинская кайф. Лестницу сделали. Лестницу. Стой там. Лестницу сделали, а не почищены ли? Стой, сейчас подожди. Посиди. Вот эта пещера. Тут тоже нет ступенек. А мы сейчас посмотрим, что там. Сейчас папа первым попробует. Там. А с другой стороны? И там. Да, вот сиди пока здесь. Сейчас фонарик там тебе нацепим, на лобный. И даже там. Да. Сейчас попробую. Вот так. Так нормально? Да. Да, ступенек здесь вырубленных вообще не хватает. Так. Да, что здесь? Толк только от перил, что можно держаться. Сможем? Сможем, но тебе придется одной рукой держать редмика, а другой за перилу крепко. Тебе что придется? Я снимаю. А, красиво. Сейчас, тихонько. Скатывайся, я тебя здесь поймаю.
ногу ставь между ног, вот так, хоп, и затормозила, все. Встаем, держимся за перила. Так, теперь я левой рукой держусь, тормози, Радмил. Стоим здесь. Теперь надо за другое перило держаться, Радмил, с другой стороны. Держись за тот перило. За другой, вот за это. Ага, перехватывайся. Давай, давай. Перехватывайся. А здесь уже чуть получше со ступеньками. Теперь давай ее спуску, Сереж. Давай. Радмил, давай, спускайся тихонько. Держись за перила. Переворачивайся. Переворачивайся. Вот так. Давай, давай. Теперь за другую сторону перил держись. Давай. Теперь за эти перила держимся. Ага. Ух, какие кристаллы интересные. Ой, какая красота тут зеленая. А сверху-то какие кристаллы. А вот смотри, какие крупные. Ой, вообще. Вообще, какая классная красота. Мама, а ты мне включила? Давай включу. О! Видишь, какие кристаллы сверху? Когда на них светишь, они немножко розовые. Да. Вообще. Классно. Очень красиво. Там еще и листики. Ой, а там, смотри, Сереж, вот там вообще дырочка такая. Вон туда посмотри, за ней наверх. Да. Да. Ой. Пошли потихоньку. Опа. Да, но дальше в грязь я не хочу идти. Сейчас как все. Как чушки будем. Да, здесь зал огромный. Половина футбольного поля, наверное. Фонарик помощнее нужен. Конечно. Это фигня. Будем выходить. Постой, родную, пожалуйста, вот здесь, хорошо? Можешь постоять? Вот здесь можно фоткаться. Да, вот здесь все. На широкий давай сделаем. Лови ее только. Постоянно тормозим ножками. Даже на спине лучше. Поворачиваем, поворачиваем. Аккуратно, аккуратно поворачиваем. Поворачиваешь? Да. Угу, катись. Тут аккуратно, с нами. Ой, я боюсь. А? Не бойся, мы с тобой. Катись, катись. Да. Катись, тут сильно не покатишься. Катись. О, молодец. Камушек. Так, стой, вот здесь тоже прокатимся. Катись, Радмила, домой.
быстрее ускоряюсь, чем ребенок. Вся жопа мокрая будет. Здорово. Мокрая не была жопа. Вот закончен маленький уход. Вообще есть вода? Да, вот какой-то родник. Он застыл? Не знаю. Там есть. Трубу, труба, тропа, если есть. Нет, сюда не клади. Сопли текут. На. Руками ешь, не надо в перчатках. Пей чай. Пей.